Эй, чё как? Сегодня мы сыграем в ага 1 на 1 против какого-то чувака. В общем, секрет победы в том, чтобы захватить контроль над Гауссом и... все. Изи вин. Let's go. Супер, мы все просрали. Отличный спавн. Обожаю рандом в дуэльных играх. Ну ничего, главное не паниковать и все путем. Как я сказал. Теперь просто надо не умереть от мимо летящей ракеты. Сука. Стреляем в ноги. Готов. В этой игре бесспорно лучшие спавны. Итак, у меня есть Гаусс. Берем МП-5 и стреляем под дульниками. Второй. И третий. Hell 3 confirmed. Будьте бдительнее, соперник может взять пылесос. Только не забудьте написать после убийства, что вы натурал. Бустимся наверх, мажем с арбалета. А, он АФК. Вы ничего не видели. Я слышу его под ногами. О, здорово. Стреляем через стену. Ну это ВХ. Не забываем контролить патроны от... Эй, это мой Гаусс. Ну ничего, стены на моей стороне. Окей, куда он пропал? Ага. Привет еще раз. Кик. Прикольный скин. Так, выходи ко мне. Вижу. Бля. Это было странно. Пошел нах. Хилимся. Oh, hello, yeah. Нежданчик. Гови. Че это было? Всем привет, с вами Алан, и сегодня мы играем в догонялки. Я выиграл. Он думает, что я там. Сейчас устрою ему сюрприз. Тактика. Даже если у вас много хп, его много не бывает. О, да. Всегда можно пофлексить, сделав килл с монтировки. Прыгаем на голову. Уклоняемся от выстрелов. Ясно, понятно. Плюс АИМ. Идем вперед. Нет, назад. Прыгаем вверх. Быстрее, блядь. Время арбалета. Промах. Второй промах. Третий. Вы издеваетесь? Сейчас я покажу, как наказывать игонщиков. Мне кажется, это был самоотсос. Битва уборщиков, делаем ставки. Я тут так подумал. Надоело мне играть в поддавки. Пришло время доминировать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Найс, суицид. Наконец. Эта карта настолько большая, что я никого не вижу. Постойте, что? Что ты тут делал вообще? Верни мне мой Гаусс. А куда летим? Мне кажется, эта битва становится слишком жаркой, если вы понимаете меня. Ебать. Короче, те, кто хотят позадротить в соревновательный мультиплеер халвы, как я, качайте себе openag.pro. А то там онлайна нет нихуя.